Однако, здравствуйте, у микрофона снова Лёха, и сегодня мы продолжим играть в блокаду. Так, сейчас я мобильничек немного отодвину, вот, все. Опа. Это что за шалунишка? Это... Ну, ладно, давай. Я отойду в стороночку. Ты кто? Крыса. Вот кто ты. Есть кто? Нету. На банане. Прорываю банан. Выхожу на Б. Почти. И в щи. Нет, не в щи, ну ладно. Так тоже сойдет, в принципе. Я паникую. Я паникую. Есть кто? Нет никого. Еще раз перезарядиться. Ну так, на всякий случай, чтобы было. Оп, оп, выскакиваю. Из угла резко, дерзко выпрыгиваю. Почти. Минус. Идем тихо, спокойно. Кто шалит? Ты шалишь. Не шали больше. Тут нет никого, ё-моё, я соскучился. Аккуратненько выходим. Аккуратненько за своими. Опа, никого. Опа, я чуть не наложил. Неожиданно-то как. В окошко. Там... Опа! Так, аккуратненько подойдем сюда. Обосраться! Обосраться! О, красиво выдал. Нужно вернуться. Шикарно. И добить. Очень агрессивно выпрыгиваем. Я кролик-самец. Отгрызаю морковки. И не только. Ёп, опять этот нуб. Я потерялся. Где я? Спасите. О-о-о-о-о! Обосраться. Я видел, что ты выходишь где-то здесь. Не шумим. Оп, оп. Ё-моё, я успею, меня не убьют в спину. Ну, остался минус один фраг. Забрали у меня его, обидели меня. Опа, минус два фрага. Минус я. Найти эту крысу. Она где-то здесь. Я его чую. От него воняет. Потому что он обосрался. Кто-то сверху ходит. Как туда подняться? Ой-ой-ой, это был винторез. Это было опасно. Только не убивайте меня. Спасибо, пожалуйста. Пулемет! Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Уйдет. Тра-та-та-та-та-та-та-та! Ничего не вижу. Не понимаю. Дай пройду, сука. Тра-та-та-та-та-та! Где еще? Еще чуть-чуть дайте, пожалуйста. Хочу убить. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Умри! Умри, у меня мало жизней! Тра-та-та! Спасибо. А ты кто такой? Давай умирай! Хоба! Хоба! Ниндзя! Хоп! Никого нет. Хоп! Никого нет. Снизу есть. Я тебя слышал. В смысле, блядь? А, это свой. Оп! Никого нет. Ползают тут всякие. Пистолетики прилетели откуда-то. Чё-то ничего не понятно. Оп! Уйди, уйди, уйди. Ай-яй-яй. Это другой человек, и он не должен меня убивать. В щи. Дай, пройду. Спасибо. Не, дайте вернусь обратно. Там кто-то стрелял, я его убью. Нет, не убью. Или убью. Нет, не убью. Зараза. Кто ходил? Да ты ходил. Я слышал, как ты ходил. Сука, ну почему в голову? Почему я попал ему в голову? Когда надо было попасть в корпус. Еще кто-то. Ну ладно, опасно, опасно. Опасно. Надо отсюда уходить. Я сваливаю. Отсюда нужно как-то забраться наверх. По-тихому. Вот так вот, например. Ёп, он меня сверху хотел убить. Я думал, он снизу заспавнится. Но нет, не вышло. Опа, не убежал. Крысить в окнах тоже плохо. Я иногда подхожу. Иногда можно, изредка. В принципе, я не крыса. Я просто бегаю по карте и прохожу мимо. Ориентируюсь по звуку, бла-бла-бла и все дела. Хоп, хоп. Вот я тебя услышал, я тебя убил. Ай, бля, я застрял.
Все, я отстрел. Иду дальше. Это сколько у меня уже? Плюс 11? Да? Да-да. Я слышал, как... Ты стреляешь, сука! Это было зря. Совсем охуели. Ты попутал, что ли? Видимо, попутал. Мало того, что он пытался убить меня в спину, так он еще и отвернулся ко мне, от меня. Наглый, наглый какой. Борзый, дерзкий. И мертвый. Да ёпка. Где здесь вход? Тут должен быть вход на крышу. Наверх. Я люблю входы наверх. Это правильно. Так должно быть всегда. А еще ты должен умереть. Молодец. Выполнил свое предназначение. Где еще? Ути-пути-пути. Какой оконный кимпедристик. Ой-ой-ой.